Всем привет! Сегодня в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой «Растения против рака», «Тренажер от стресса» и «Чудо-таблетка». Подробности далее. Итак, в мире. Группа ученых из центра Джона Иннеса, расположенного на юго-востоке Великобритании, выяснила, что растение, известное под названием шлемник байкальский, содержит в себе вещества, способные бороться с раком и заболеваниями печени. По словам специалистов, цветок, который довольно давно используется в народной медицине Китая, может убивать клетки злокачественных раковых опухолей, не нанося вреда здоровым клеткам. Ученые уже подтвердили свои высказывания, проведя эксперимент на мышах. Сейчас же они планируют более детально изучить вещество и научиться синтезировать его в лаборатории. А в России новосибирским ученым удалось создать уникальный тренажер, способный помочь человеку избавиться от стресса, полученного в результате профессиональной деятельности. Пока данный тренажер ориентирован на сотрудников следственных органов, ведь представители этой профессии довольно часто подвержены стрессам. В основе работы аппарата лежит корректировка дыхания человека. Вначале человеку демонстрируются образы, ассоциирующиеся со стрессом на работе, затем приятные образы в сопровождении спокойной музыки. В этот момент аппарат записывает дыхание человека. На следующем этапе работы аппарат помогает человеку менять стрессовое дыхание на спокойное, что позволяет вытеснить негативные эмоции. И напоследок в Татарстане. Ученые Казанского государственного медицинского университета разработали уникальные системы доставки лекарственных средств в модифицированном высвобождении на основе интерполиэлектролитных комплексов. Если говорить простым языком, то ученые решили изменить привычные свойства полимеров фармацевтического назначения путем несложной химии на более приемлемые с точки зрения направленной доставки лекарств к месту их специфического действия. Полученные комплексы имеют меньшую растворимость и еще более безопасны. Тем самым продлевается срок действия лекарственного вещества в организме, и оно попадает именно туда, где и проявляется максимум его лечебного действия. А на этом все.